Мы бродячие артисты, на дороге день за днем. Перед вами концертная бригада, пока молодая и самодеятельная. Детско-юношеское объединение «Путь к успеху» в микрорайоне Южный открылось всего 2 месяца назад. Но опыта у преподавателя по классу гитары Татьяны Угловой хватит на всех. Она приехала в Анапу из Барнаула, где работала в театре на 700 мест. В ТОСе места немного, и масштабы не те, но музыканты благодарны за предоставленное помещение. Мы выражаем особую благодарность нашему координатору ТОСа номер 17 Южного микрорайона города-курорта Анапа, Хитрову Андрею Юрьевичу, за предоставленную возможность творить, заниматься с детьми. Это первый в Анапе дворовый детский клуб, который организован именно при ТОСе номер 17 Южного микрорайона. При Советском Союзе были такие дворцы пионеров, какие-то юных техников. У нас есть юная техника в Анапе, но его катастрофически не хватает для всех желающих. А здесь чисто для жителей нашего микрорайона, для детей нашего двора мы создали такой детский клуб. Драм-кружок, кружок по фото, хор-кружок «Мне петь охота». Надежда Струнко преподает вокал. Среди учеников – бабушки и внуки. Сейчас они готовят программу к Масленице. Галина Межерова – сердце коллектива. На уроках рисования она не только преподает технику росписи, но и для каждого у нее находится доброе слово. Дети тянутся к ней. Она пишет для них сказки, которые сама же и иллюстрирует. Когда посеешь эти семена, как говорят, возвышенных действий, и поддерживает Вселенная, их поддерживает жизнь. Вот. Дети сейчас постоянно в смартфонах. Мало кто пытается рисовать, лепить, ну, разве что по школьной обязательной программе. А здесь есть реальная возможность из занятия в занятие, из от встречи к встрече пополнять свое умение. Я считаю, что детский клуб при ТОСе – это просто замечательно. И как было бы хорошо, чтобы вот эту инициативу переняли другие люди. Я научилась здесь много чему. Я научилась рисовать красиво. Рисовать людей, их лица, портреты. В объединении «Путь к успеху» есть и кружок «Анапские гиды». Детей знакомят с историей города и края. Есть даже литературный проект «Античная история Юга России». Девиз клуба – «Сотворить здесь каждый рад звука цвета солнцеград». В клубе планов громадье. Расширение помещения, открытие женского клуба с самоваром и чаепитиями, роспись стен дома в духе устного народного творчества. Причем эскизы готовят сами воспитанники и руководители объединения. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа регион.